Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео. У нас будут на завтрак лепешки с овощами. Нарезала свежие овощи, приготовила соус, кукуруза и сделала тесто. Тесто очень легко делается. На одну лепешку 100 грамм муки, 60 грамм воды и щепотка соли. Раскатываю лепешку, вырезаю крышкой и обжариваю с двух сторон на сухой сковородке. Лепешки готовы, овощи готовы. И пожарила немножко картошки фри теплую, добавлю тоже в лепешку. И вот такой получился теплый, вкусный, свежий завтрак. Свежие овощи, картошка и соус. Мирон слышит музыку, сразу танцует. Мирон собрался, взял с собой покушать. И как вы думаете, куда мы идем? Во двор кататься на велосипеде. Погодка сегодня просто чудо. Тепло, как здорово. Он сказал: мама, налей мне теплый чай, поставь сюда, я приду и буду его пить. Когда я выхожу во двор, я всегда останавливаюсь и смотрю на свою голубику. Ну все, Мирончик поехал, начал нарезать свои круги. Сегодня теплее, чем вчера. Ай, сынок, удачи! Я пойду помонтирую видео, не хочу терять время. Скоро уже Витя с работы придет. 5 минут прошло, Мирон уже сел завтракать. Че, правда? Ой, какой красивый. Спасибо большое, сынок. Очень красиво. Мирон накатался на велосипеде и выгнал свою машинку из гаража. На обед я приготовлю пасту с паприкой и базиликом. У меня здесь паприка, чеснок, соль, перец и масло. Все перемешала, отправляю в духовку на 200 градусов на 20 минут. Отправляю пасту в подсоленную кипящую воду. На отдельной сковородке обжариваю кедровые орешки. На отдельной сковородке обжариваю лук. Паприка уже готова, отправляю ее в чашу блендера. Пол зубчика чеснока. О, мы обстригли базилик с Мироном на наше блюдо. Папа пришел, ура! И добавляем твердый сыр. Обжаренные кедровые орешки. И добавляем сюда базилик. Добавляю чуть-чуть соли. И пробиваю блендером. Погружаю. Добавляю чуть-чуть воды для консистенции. И теперь отправляю этот соус к луку прогреваться на пару минут. У нас получилась вот такая паста с песто соусом. Так ароматно, так вкусно, друзья. До меня только сегодня утром дошло то, что я не пойду на фитнес, что мы с Мирончиком дома. Но я слышала его голос на балконе. Ищи. Мирон всю квартиру перескал, или как это говорится. А папа был тут, уже на улицу от тебя сбежал. Алло. Я здесь. Ты закрой свой рот, что ты сразу сдаешься? Я здесь. Он так же, как и ты. Мирон, зовёшь его. Но... Так если он у меня уже был и ушел. Вот ты мой хорошенький, как ты тут все намываешь. Витя с Мирончиком решили помыть балкон. На улице так тепло, я дома замерзла, оделась, думала холодно. Мы поехали в шахматный клуб у Мирона по пятницам, но мы не знаем, будет сегодня занятие или нет. Вроде бы как праздничные дни, и возможно, что не будет занятий. В общем, съездим, посмотрим. Я сегодня целый день, друзья, монтировала видео дома. Вот поверьте, в 4 часа я закончила. Что-то оно такое длинное получилось, на полчаса, и все это просмотреть. В общем, потратила полдня, можно сказать, целый день. Вот сюда взяли покушать. Кстати, я тебе тоже покушать взяла. Ты хочешь сейчас перекусить? Нет. У тебя там в карманах запасы еще? Да. Сухарики? Да. Тебе вообще хочется сегодня в шахматы поиграть? Да. Достал свой запас? Нет. Мы, честно говоря, надеялись, что не будет сегодня шахматный клуб работать. Хотелось пятницу отдохнуть. Но нет, мы проезжали, там все открыто, он работает. Так что поиграем сейчас в шахматы часик. Вот кто мне цветы дарит каждый день, без исключения. Спасибо, сынок. Мы занимаемся в этой гимназии. Ты еще лучше натренируешься, да, и будешь играть уже со всеми. Сейчас мальчик подошел, Мирон предложил поиграть. Мирон говорит: я пока не готов. Твой ход, Мирон. Так. Угу. Так.
Мы часик поиграли, мы заметили, что Мирону вот час оптимально играть. Потом он уже не так хорошо концентрируется, и уже смысла нет сидеть. Приятного аппетита, Сеня. И снова велосипед. Доброе утро! У нас утро начинается с того же, чем закончился вчерашний день. Мирон катается на велике во дворе. Солнышко только-только встало. У нас время еще даже 8 нет. Папа наш пришел с фитнеса. Качок. У нас на завтрак сегодня овсяная каша с изюмом на овсяном молоке. И за 5 минут нажарила опять вот эти пышки. Они без дрожжей, сода и на цельнозерновой муке. Суббота, у нас прекрасная погодка, тепло, будет 23 градуса. Мы собираемся отвезти Мирончика в Уни Джуниор. У него сегодня курс «Подводный мир». В 10 утра начинается и до 11:30. Потом поедем на рыночек. Мы едем в Уни Джуниор, и там попросили принести вот такую баночку, в которую поместится яблоко. Не знаю для чего. Посмотрим, что там их сегодня ждет. Как ты думаешь, для чего? Я думаю, что будет в подарок яблоко. Или, может, для какого-то эксперимента, да? Да. Мы заехали на рыночек по пути. Здесь сегодня голубика и малина ящиками. Уже абрикосы. Сейчас еще раннее утро. Народу почти нет. Мы приехали. Полтора часа теперь у Мирона занятия. Мне понравилось ездить в центр, гулять по магазинам на полтора часа. Мирону еще один курс одобрили. Он будет делать мыло уже в этот понедельник. Сегодня погуляю по этому магазинчику. Утром людей немного. Мне вот интересно, вот эти вот курточки, они от дождя хорошо защищают? Они непромокаемые? Что я не вижу этой информации. Можно розовую тоже такую подобрать. И розовые леггинсы с широкой резинкой. Леггинсы 13 евро, а куртка сейчас со скидкой 10 евро. 10 евро футболочки. Вот такие моим племянницам бы понравились, я думаю. Штанишки. Сандалики за 9 евро. Разных расцветок. Сумочки тоже классные для девчонок. 17 евро. Вот эти тоже сумочки классные. 14 евро. Мое время вышло. У меня 20 минут, чтобы добраться до Вити с Мироном. Сегодня такая прекрасная солнечная погодка. Я вовремя приехала, еще целых 10 минут до конца. Витя, кстати, здесь ждал, в машине сидел. Ты соскучился? Да я в машине уже поспал. Это для тебя. Классно, что это за сюрприз? А тут открой, дай посмотри. Это мои кубрюшки. О, какие красивые. А что они обозначают? Они съедобные? Побежал счастливый. Мирон слепил какие-то шарики. Он говорит, здесь мука, сахар, масло, вода. И еще и краситель. Нет, вода, только масло. А, воды не было, только масло. Мы тут обнаружили, что они хрустят, как снег. На снег наступаешь, и снег так хрустит. И эти шарики также. Наверное, они из крахмала, мне кажется. Да, там еще крахмала. Нам сегодня еще надо съездить закупиться, хоть мне и не хочется, я вообще не люблю закупаться в последнее время, но надо. Ты себе тогда откусили сегодня. Поменялось, да? Да. В прошлый раз вы в этом зале занимались, а в этот раз вы там кушали. Мы приехали в Лидл. Тут малина всего лишь евро 11 и свежая, хорошая. Уже ароматная местная клубника, 3,79. Здесь персил 20 евро стоит, и то на 100 стирок. А на рыночке на 113 стирок стоит 10 евро вот такая упаковка. Веганская фета появилась, до этого не было. Витя всегда сам продукты складывает, Мирон за ним тоже.
Наши покупки вышли на 100 евро. Сейчас покажу, что мы купили. Взяла ягоды, малину, голубику и клубнику взяла. Я сразу намыла ягоды. Они уже такие ароматные, вот прям лето-лето. Витя взял сырки глазированные в Lidl. Там белые, в общем, с разными начинками. Они были со скидкой. Минус 30%, 48 центов один сырок. И там же он прихватил батончик Милка за евро. Также из фруктов взяла яблоки, абрикосы, бананы и еще яблоки. Взяла замороженный горошек, Мирон взял профитроли. Взяла две банки белой фасоли, огурчики, клубничное варенье, мед цветочный, мед цветочный жидкий и кукуруза. Соевый йогурт ванильный с голубикой. Вот такие колбаски какие-то новые появились. Вот эти колбаски, может быть, на гриле на днях что-нибудь приготовим. Веганская курица, паштет, йогурт персик-маракуйя и вишня. Три пачки тофу натуральный. Здесь у нас два пакета овсяного молока, мука полбиная, 1050-630 сорт. И здесь еще 2 килограмма. Две упаковки овсянки долгой варки и две пачки риса. И я взяла опять немножко сладостей, это уже в Калининград, когда мы с Мироном поедем. Вот такие печеньки и вот такие печеньки. И тут осталось брокколи, шампиньоны, лук. Мирон взял себе пончик, взбитые сливки и лепешки. И вот за эти овощи, фрукты, ягоды мы отдали отдельно на рыночке 30 евро. Три упаковки маленькой морковки снеки, упаковка абрикос 500 грамм, нектарины, две паприки красные, молодая картошка, морковка, баклажан, клубника. Этот банан и малину Мирон получил в подарок. Помидоры, персики, нектарины, маленькие огурчики, помидорки черри, лимоны, груши вкусные, ароматные, огурчики и большой арбуз. Он прям, ну правда, он огромный. Приготовлю стеклянную лапшу на обед. Отправляю лук на растительное масло. Добавляю морковку, паприку, шампиньоны и помидорки черри. Пока овощи готовятся, заливаю стеклянную лапшу кипятком, посолила. Оставляю на 5 минут под крышкой. После того, как лапша запарилась, я ножницами ее режу, чтобы она была не такая длинная. Добавляю зеленый горошек к овощам и кукурузу. И время отправить стеклянную лапшу. Добавляю немножко соевого соуса и немножко кетчупа. Наш обед готов. Стеклянная лапша с овощами и свежие овощи. И достала булочку нашего хлебушка на закваске. Все, мы прилегли. И показывает по пятнице опять больших девочек, как сложилась их жизнь после проекта, насколько они похудели. Интересно посмотреть. Забыла, кстати, вам показать. В этом магазинчике я купила сегодня себе пижаму на лето, шортики и такая рубашечка. 15 евро. Но мне понравилась ткань. Она очень-очень приятная к телу. Взяла себе вот такой верх. Белый, синий и розовый. И носочки. 3,5 евро 5 штук. Теперь им надо плавник рассказывать, а всю акую не надо. Только плавник? Да. Угу. Потому что моя уже раскрасна. Угу. И даже на акую такого зава цвета. Угу. Мирон учит бабушку рисовать акулу в море. Вот. Угу. Мы почти на этом заканчиваем, Дизи. Спасибо. Вот такие рисунки получились. Надо теперь нам это сделать вот так. Надо головку всю раскрасить. Пришла у нас бабушка с гостинцами, сочники напекла, пряники. Будем чай пить. Расслабилась. Что у вас тут? Давай неси нам арбуз. А, арбуз точно. Нарезать арбузик? Да, будем пировать. Да, папа уже пирует. Сидит. Чук-чук. Арбуз сладкий. А, Мирон все носится. Че еще, сынок? Мама, я хочу пописать. У нас уже время ужина. Свежие овощи, брокколи, колбаски, хлеб с паштетом и картошка отварная. Друзья мои, у нас наступил вечер. Мы уже потихоньку будем готовиться ко сну. Вечер наступил абсолютно незаметно. Мама пришла к нам в гости, мы заболтались. И мы как-то неожиданно для себя обнаружили, что у нас уже 8 часов вечера. Мама пошла домой. Мы тоже уже будем готовиться ко сну, поэтому я вышла с вами попрощаться. Спасибо вам большое за такую колоссальную поддержку, которую вы мне оказали, за ваши комментарии под последним видео.
У меня была немножко такая растерянность, но вы меня подхватили в очередной раз. Я вас благодарю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Благодарю вас от всей души. Мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Берегите себя. Всего вам самого хорошего и доброго. Пока-пока.